Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова Великий и Могучий, проект о русском языке с региональным акцентом. Вы уже знаете, как описать внешность человека. А если кто-то забыл основные словосочетания, их всегда можно найти в нашем справочнике. Ссылка на него есть в описании видео. В учебнике Гончара и Лебединского «Русский язык как иностранный» мы встречаем еще одно невероятно яркое описание внешности. Давайте познакомимся с отрывками из рассказа «Рыжая». Она была рыжая, совершенно рыжая. Рыжие глаза, рыжие брови, рыжие ресницы, рыжие губы, ярко-рыжие веснушки. Казалось, что все ее лицо просто взяли и выкрасили в рыжий цвет. И в солнечный день, когда она шла по улице, от каждой веснушки в разные стороны бежали рыжие лучики, а над головой стояло рыжее сияние от ярких рыжих волос. Люди испуганно смотрели, настолько это было необычно. Но девочке не нравилась ее яркая внешность. Поэтому как-то раз, сидя со своей лучшей подружкой Машей на скамейке в саду, она размечталась. «Вот кончу школу и в тот же день пойду и перекрашусь в черный цвет». «Прямо на выпускной вечер?» – спросила любопытная подруга. «Да», – обрадовалась она, – «прямо на выпускной вечер. Представляешь, что будет?» «Не», – ответила Маша, – «волосы черные, а сама вся в веснушках». «Ну и что?» – возразила она. «Я и веснушки выведу. Ты знаешь, есть такое средство. Я слышала о нем. Не веришь?» «Верю, верю. Выведешь», – ответила Маша. «Ты, главное, не огорчайся. Ну, веснушки. Ну, рыжая. А у одной моей знакомой девочки, знаешь, какой огромный нос. И она не огорчается. Нос-то ладно», – вздохнула она. «Вот рыжий как?» «Да, рыжий плохо», – ответила Маша. Но вот однажды мамина подруга привела к ним в гости своего сына. И вдруг он встал, пристально посмотрел ей в глаза и громко произнес: «Какая ты красивая! Просто ужас! Такая вся золотая-золотая, золотистая! Я таких красивых в жизни не видел!» Она на несколько мгновений замерла на месте. Все вокруг показалось необыкновенно прекрасным и новым. И журнальный столик, и картинки на столе, и цветы в вазе. И тут внезапно она ожила, и глаза ее вздрогнули. Она быстро встала со стула, подошла к нему и от радости расцеловала. Как вы уже поняли, у девушки из рассказа необычная внешность. Она совершенно рыжая. У девушки рыжие глаза, рыжие брови, рыжие ресницы, рыжие губы, ярко-рыжие веснушки. А вот такой она хотела бы быть. Черные волосы, без веснушек. Внешность девушки не оставляет равнодушным никого. Ни случайных прохожих, ни близких людей, ни новых знакомых. Девушку это очень расстраивает. Она решила, что некрасивая. И вот юноша старшего возраста, причем симпатичный, внезапно говорит героине, что она ужасно красивая. Оказывается, что девушка не просто рыжая, а вся золотая-золотая, золотистая. Вы уже знаете, что в русском языке есть слова антонимы. Антонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, которые имеют прямо противоположные лексические значения. Например, «правда», «ложь», «добрый», «злой», «говорить», «молчать». Слова в парах антонимов можно противопоставить друг другу по определенному существенному признаку. Можно ли назвать слова «рыжая» и «золотистая» антонимами? Нет, ведь их значение не противоположно. Значит, мы с вами нашли синонимы. Синонимы – это слова одной и той же части речи с полным или частичным совпадением значения. Синонимы позволяют избегать повторов в речи, делают ее разнообразнее и выразительнее. Примеры синонимов: смелый, храбрый, добрый, славный, рассказ, история, блестеть, сверкать, говорить, произносить, сообщать. Если какое-то слово по значению очень похоже на другое слово, но при этом отличается по форме, то вы наблюдаете синонимичность этих слов. Вы уже знакомы с творчеством вятского писателя Владимира Крупина. У него есть сборник небольших рассказов «Босиком по небу». Сам автор еще называет эти истории крупинками. Давайте прочитаем рассказ «Первое слово» и найдем в нем слова-синонимы и антонимы.
Первое слово. В доме одного батюшки появился и рос общий любимец, внук Илюша. Крепкий, веселый, рано начал ходить и зубки прорезались вовремя. Спал хорошо, золотой ребенок. Одно было тревожно, уже 1,5 года и ничего не говорил. Даже к врачу носили. Может, дефект какой-то в голосовых связках? Нет, все в порядке, в развитии отстает. Нет, и тут нельзя было тревожиться. Всех узнавал, день и ночь различал, горячее с холодным не путал, игрушки складывал в ящичек. Особенно радовался огонечку лампады. Все бывало, чем бы ни был занят. А на лампадку посмотрит и пальчиком покажет, но молчал. Упадет, ушибется, другой бы заплакал, Илюша молчит. Или принесут какую новую игрушку, другой бы засмеялся, радовался, Илюша и тот молчит, хотя, видно, рад. Однажды к матушке пришла ее давняя институтская подруга. Женщина шумная, решительная, села напротив матушки и за 1/2 часа всех бывших знакомых подруг и друзей обсудила, пересудила. Все у нее, по ее мнению, жили не так, жили неправильно. Только она, получалось, жила так, как надо. Илюша играл на полу и поглядывал на эту тетю. Поглядывал и на лампаду, будто советовался с нею. И вдруг в семье батюшки это навсегда запомнили. Поднял руку, привлек к себе внимание, показал пальчиком на тетю и громко сказал: «Кайся, кайся, кайся!» «Да», — говорил потом батюшка, — «не смог больше Илюша молчать, понял, что надо спасать заблудшую душу». Потом думали, раз заговорил, то будет много говорить. Нет, Илюша растет молчаливым, хотя очень общительный, приветливый. У него незабываемый взгляд. Он глядит и будто спрашивает не тебя, а то, что есть в тебе, и тебе даже самому неведомо. О чем спрашивает? Как отвечать? Давайте попробуем отыскать в тексте антонимы и синонимы. Но сначала поясню, что батюшка и называют православного священника, а слово «каяться» означает сознаваться с сожалением в своей вине или ошибке. Итак, ищем в тексте слова антонимы. Горячее, холодное, заплакать, молчать, засмеяться, молчать, говорить, молчать, советоваться, молчать. Молчаливый, общительный. Спрашивать, отвечать. А теперь попробуем найти слова-синонимы. Узнавать, различать, засмеяться, радоваться, посмотреть, поглядывать, в порядке, как надо. Общительный, приветливый. У нас есть таблица со словами, подходящими для описания внешности. Ее тоже можно найти в справочных материалах. Ваше домашнее задание – составить небольшой рассказ о своей внешности. Но есть условия. Вы должны использовать слова-синонимы и слова-антонимы. Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео, аудио – в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.